Украинского информбюро. Войска 2-го Украинского фронта 4 апреля штурмом овладели важным промышленным центром и главным городом Словакии Братислава, крупным узлом путей сообщения и мощным опорным пунктом обороны немцев на Дунае. В результате наступления с 16 марта по 4 апреля войска 2-го и 3-го украинских фронтов завершили освобождение от немецких захватчиков всей территории Венгрии. Войска 1-го украинского фронта форсировали реку Одер, северо-западнее города Бреслау, прорвали долговременную оборону немцев на западном берегу реки и за 4 дня продвинулись вперед до 60 километров. За 4 апреля подбито и уничтожено 22 немецких танка в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 15 самолетов противника.